Так же, как и вы, я приехал в Америку из Советского Союза и пережил все, что мы все пережили. Так же, как вы или ваши дети, я пошел в школу, а потом в колледж. Сегодня я адвокат, и у меня своя адвокатская фирма. Моя история – это история нашей общины. Сегодня я баллотируюсь в Сенат штата Нью-Йорк. Это еще один шаг для нашей общины. Победа 20 марта будет победой для всех нас.